Сьогодні четверг, это значит, что до нас у эфир с порцией театральных новин пришла Наталья Бібікова. Доброй ранницы, Наташа. И как завсёды, она приготовила квитки у театра для самого активного нашего глядача. Привитание, Наташа. На який спектакль квитки? Привітання, Дзяніс, Світлана, привітання, поважаная телеглядачі, така пригожа, кольорова і тепла осінь. Саме час більш гуляти на свіжому повітрі і навідати пригожі утульні зали театрів. Я вам у цьому подорожі допомогу, тим більше, що у мене є для вас подарунок квітки на видатний спектакль «Гарячі матулі». Цудовна легка комедія Девіда Криснера у постановці Сергія Ковальчика. Гетую п'єсу головний режисер спеціально шукав, каб об'єднати у одним спектаклі народних артисток Білорусі Вольгу Кліба Банович и Беллу Масумян. И они просто невероятные. Аристократичная, элегантная, импульсивная свякров Черил, героиня Беллы Масумян, и эмоционально соковитая, разневоленная теща Клодия. Героиня Вольги Клібанович створяют на сцене соправдную буру эмоций и гумору. Буру, якая начисто выметает життя их сына и дочки с упокой, приносит с собой нечеканных и непрошенных людей и переворошивает уявление про життё с ног на голову. И вот мое питание. И Белла Амовна Масумян и Вольга Михайловна Клібанович в этом году отзначили круглые даты. Что это за святы? Додам, что яны розные и по лишбам, и по сенсу подей. Питание складанное, тому худшее звертайтесь за допомогой до сябров, ти у интернет и телефонуйте нам. Кто из вас будет первым, то и трапит на этот неповторный спектакль. Я ж між тим расповяду, куда еще варто сходить в ближайшие дни. Завтра, 10 листопада, новый драматичный театр запрошает вас на спектакль под назвой «Коли б ведать». На самом деле, это фантазия на тему пьесы Островского «Навальница». «Коли б ведать», чому люди не летают, на во что они идут на поводе у своих страхов, чому таранец близких, деле чего здраживают каханым, такими питаниями задался головный режиссер нового театра Сергей Куликовский. Дозволивший себе вольность у скорочений перестановцы картин, режиссер не изменил ни одного авторского слова. По строгим наглядам артисты вучили мудрогие листы фразы купецкой мовы со складанными синтаксами и лексикой, что давно покинуло словник сучасного человека. Новаторство Куликовского склалось не у перекладе классики на мову сучасной молоди, не у имитации сучасного света с его обовязковыми атрибутами, а у тем, что историю Катерины режиссер бачил поза часом. Коли у вас завтра вольный вечер, обовязково сходите на эту постановку. И опошний анонс на сегодня, 15 листопада, на сцене Белорусской державной филармонии отбудется сольный концерт спевачки Надеи Кучер. Блескучая белорусская оперная спевачка у першиню истории нашей краины стала переможцем престижного и самого авторитетного у свете конкурса сирот академичных вокалистов у Великобритании у 2015 году. У Минску Надея представить программу французской оперной музыки под аккомпанемент симфоничного оркестра телерадиокомпании. Ну а зараз давайте повітаем глядача, аматора театра имя Максима Горького. Як ваше имя? Доброй раніцы. Доброй раніцы. Меня зовут Вольга. Вольга, вельми приемно. Давайте отказывать на питание. Белла Амовна Масумян и Вольга Клібанович у гэтым годе отзначили круглые даты. Что это за святы? Белле Масумян исполнилось 80 годов. Так. А Вольга Клібанович мали 50 годов працую в театре. 50 годов, так это докладно. Вы пераможца, вы это все правильно сказали. Я вас меньшую и жадаю провести выдатный вечер у театра. Великий вам дякую, Вольга. И, ну, как завжди, жадаю вам усім отпочивать культурно. Дякую, Наташа. Вольга, коли ласка, не кладите трубку. Наш редактор расскажет, где, как вы сможете забрать квитки у театр. А, Наташа, еще раз дякую великий. До наступного четверга. Так.